Партнер проекта – компания M-Product. Профессиональный маркетинг и промоушен в спорте. Не знаю, что там с судьями происходит, поэтому дядя Виталя пусть поработает с ними. Леха Попов спросил у меня, сколько ты будешь еще играть. Я говорю, пока увижу, что я в 2/4 не попадаю, буду играть. Как я в 8-ку попадаю, люди подрастили у нас, пацаны молодые, надо уже им дать поиграть. Я посмотрел, что уже есть кому играть. Ну, все закончилось. Для меня только, конечно, в мечтах и в планах, чтобы наша белорусская молодежь росла, прогрессировала. Потихоньку все равно что-то у нас, какие-то просветы есть в молодежи, появляются. Просто надо еще больше поддерживать, помогать.